Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас Альфа 06. Наконец-то, короче, нам уже второй раз, наверное, дадут возможность посражаться с Альфой, потому что вчера Омеги уже надоели, по-моему, Омеги были раза 4 уже, а вот Альфа, по-моему, только будет второй раз. Итак, сегодня мы будем сражаться с хищниками, проведем два боя. Первый у нас будет Индоминус. Блин, даже не так. Давайте возьмем тиранозавра первого. Надо начнем с более простых. Кстати, Барионикс у меня есть. Давайте хищники. Сортанем по хищникам. Такими поинтереснее что-то возьмем. Да, чем мы сразу как бы ухватились, непонятно за кого. Начнем с кого-то попроще. Вот смотрите. Первый пойдет тиранозавр. Потом пойдет, допустим, мегалозавр и горгозавр. Как вам? Ну, давайте начнем вот так вот. Тиранозавр против своего родича. Ах, какой красавчик, не успел, правда, сделать скриншот, ну ладно. Итак, мы его за 3 удара пробиваем. Ух, какая красота. Это что-то с чем-то. Так, пока что накопимся. Ему нужно побольше. Но это буквально справится через 1-2 хода. У него удар будет расти, наверное, раза в 2 с каждым разом. Так, ну а мы пока так. Прикольно смотрится, да? Так у нас и оранжевый Рекс, и Альфа такая у нас тоже. Как будто бы какой-то мутант. Из арка. Нифига себе, защитился. Ну и я защитился. Так, да, 2 балла. Отличненько. Так, ну на следующий ход пробьет он. Ну, Рекс уже вряд ли сможет завалить следующего. Хотя, если бы, наверное, на 8 баллов насобирать, то смог бы. Смотрите, Рекс до сих пор живой. Да, а ну пробейшь. Да, пробил. Круто. Ха-ха. Никто этого не ждал. Не ждали, правда, такой прыти от обычного тиранозавра, что он двоих-то сможет. Так, ну, 7 баллов, нам хана. 2 удара. Надо поставить, наверное, 4 в защиту. Мегалозавр, конечно, парень крепкий. Но 3 удара он не выдержит. Воу-воу-воу, смотри, как я идеально угадал. Так, ну, 2, наверное, мы тоже не пробьем. 2.54, у него 2.68, ну, это обидно. 1 балл поставил защиту, но это нас никак не спасет. Наверное, не стоило ставить. Он нас все равно сейчас на 3 балла проатакует, да и все. Надо было перенести 1 балл. Давай, босс, давай. Так, ну мы, конечно, можем пробить. 7-6. Ой-ой-ой. Ну, нету шансов у нас. Потому что вот у него много баллов осталось, он бы нас пробил. Сквозь 4 пробил бы. А вот так вот мы сделали план максимум теперь, ребята. План максимум. Молодец. Я соскучился за тобой. Так, ну время нам подготовить новую команду. Так, возьмем уже кого-нибудь покрепче. Всего лишь 16 тысяч мы нанесли, но это потому, что мы амфибии не брали и не брали самых крепких. Ну, мы тут еще и гены зарабатываем, так что нам это пригодится тоже. Так. Ой. Так, самых сильных мы, наверное, как-то оставим на потом, что ли.
Ну, Индораптора сегодня у нас не будет, у меня староковый занят, он пойдет потом. То есть Индораптор и Пахигалозавр пойдет потом, допустим. А вот сейчас вот Раджик просится. Барионикс. Барионикс. Раджозавр. И Акракантозавр, ребятки. Погнали. Так, два шипастика. Так, а я его, собственно говоря, за два удара пробиваю. Классно смотрится. Пробил. Так, ну и он сейчас делает то же самое. Шестой левел. Атака всего лишь на два. Ну да, обидно, что ему хватило всего лишь двух. Ну посмотрим, выживет, не выживет. О, какое синхронное плавание. Нет, увы. Раджастеги ничего не светило в этом бое. Так, ну давай. Давай, Акракантозавр. Зомбик. Блин, это торчащие такие, как будто бы реально у него там... Как зомби какой-то. Так, минус один. У нас там задание было нанести 7 ударов подряд, чтобы нам немножко генов насыпали. Ну, посмотрим. Хотелось бы, конечно, его выполнить, но что-то кажется маловероятно. Ну, ждать нам нечего. Атакуем по полной. И пробиваем уже седьмого альфу. Так, и какие показатели будут? Ого! 2933. Что-то я как-то не смотрел на его силу удара, но она как-то быстро выросла с 200. Начинал-то он с 200. Неплохо. Так, ну посмотрим, она сейчас нашкребется, у меня еще какая-то. Ну, 19 тысяч побольше, побольше нанесли. Так, ну 7 не получилось, 6 я только сделал, да? Давайте посмотрим. Так, Индораптора не берем. Вот Претра, Дончика можно взять. Вот так вот. Это будет, ребятки, последняя наша троица. Задача завалить максимум двоих. Вот это поворот. Максимум одного. Ух ты, смотрите, я не ожидал, что конковинатор выше настолько смотрится. Он же вроде как поменьше всегда был. А, смотрите, не проатаковал. Раз, два, раз, два, три. Может, двоих и сможем пробить? Да. Они прям заглядывают ему в рот. Это уже я заметил, Раджастега тоже самое сделал как-то. Как-то они не помещаются прям на одной арене. Так. Босс номер 9. 3. Он ударил всего лишь на 3, а у него-то сколько было? Так, ну, в общем-то, здесь все будет у нас быстро. Мы просто берем и атакуем по полной. На все 7 и выполняем условия. Кстати, прикольные виды. Так вот, сзади Индоминус, вот там все.
И так, 9900, сила удара уже не должна расти, да, наверное? Или что у него там не будет расти? Ага, не будет. Растет все у него. 4200 на 3400. Это первый раз такой у нас динозавр, в принципе, у которого удар больше, чем количество жизни. То есть его, в принципе, несложно пробивать, но и он так же само пробивает всех чуть ли не с одного удара. Это прикольно, на самом деле. Так, ну надеюсь, эта штука доживет там до завтра. Так, ну что, ребятки, ну на этом все. Еще одну минимум серику я сниму, может две. Так что ставим лайки и до скорых встреч.